Всем привет! Вы на канале Andrius Crypto News. И прежде чем мы начнем, обязательно подписывайтесь на мой канал с колокольчиком. Это крайне важно для развития канала. Если вы интересуетесь миром криптовалют, трейдерства, именно торговлей, маржинальной, спотовой, это видео будет для вас. В принципе, сам канал тоже развивает некоторые возможности для развития в этом пути. Вы видите, насколько график непредсказуемый. Имеет момент таков, что за определенный участок времени идет стабильное падение, стабильный рост, в принципе, в пределах разумного. Однако наступает такое время, когда график может поменяться в абсолютно любую сторону. Это было падение, ой, это было именно рост криптовалюты. И за такой период времени можно было заработать невероятно большие деньги. Это называется возможности. Это называется быть подкованными, соответственно, в новостях. Именно от колоссально важных новостей идет рост, либо от негативных новостей, соответственно, и падение, что, собственно, потом через некоторое время, через сутки и случилось. Вы, имея такую возможность, такие некоторые знания, которые вы будете забивать в свою голову, сможете делать на этом хорошие деньги. Трейдерство сейчас, по сути, является продолжением именно тех предыдущих лет, именно по торговле, только уже имеет цель по криптовалюте, которая сейчас является номер один. Именно в развитии рынка этой индустрии. Мы видим, что график постоянно скачет. Давайте возьмем отметок в один день. И даже на таких маленьких промежутках времени мы видим вот такие вот ситуации за буквально-таки 10 минут. То есть, следовательно, за эти 10 минут вы можете сделать хорошие деньги. Естественно, вы должны следить за этим довольно продолжительное время. Но и человек, который ходит на работу за оклад, он, естественно, тоже, соответственно, тратит на это свое время, свои силы, зарабатывая деньги. Это ничем не отличается от обычной работы. Только здесь вы работаете на себя, и ваш доход зависит только от вас. Я думаю, что вы понимаете, что такое криптовалюта, что такое торговля и какие возможности вам это может принести. Я занимаюсь криптовалютой уже больше года и понимаю, что рынок на самом деле крайне непредсказуемый, однако за это время некоторый опыт можно получить. Можно получить также и хорошие деньги, хороший доход, хорошие познания, которые вам будет интересно развивать, применять, как говорится, на практике.